Я выхожу из метро. Здесь станция метро Красносельская. Здесь вход-выход. Станция Красносельская. Сокольническая линия. Первая линия, которая была запущена 15 мая 1935 года. Вот здесь вход-выход. Сюда я сегодня приехала. Метро Красносельская. Сейчас посмотрим, что рядом со станцией метро Красносельская. Центральный административный округ. Давайте посмотрим. Красивый наземный вестибюль станции метро Красносельская с буквой М. Вот такой выход. Один выход на улице. На улицу Краснопрудная. Мне она нужна. Вот такой красивый наземный вестибюль. Станция метро Краснопресненская. Ой, Краснопресненская, Красносельская. А я сказала как? Краснопресненская. Да, я тоже поеду. Красносельская. Давайте посмотрим, что рядом. Потом я пойду по делам. Вот здесь Краснопрудная улица, Верхняя Красносельская и Нижняя Красносельская улица. Мы сейчас вот туда пойдем с вами. А раньше была здесь надпись метро. И в информации я прочитала метро. А здесь только одна буква М осталась. Станцию копали, делали открытым способом. Вот всего 8 метров в глубину. 8 метров. На Селигерской 9 метров. Мелкого сооружения. Мелкого. Всего 8 метров в глубину. Да, и такая старая. Одна из первых, из 13, которые были открыты 15 мая 1935 года. Да, вот так вокруг. Это Женесис большой. Воскресенье сегодня. Воскресенье. Вот туда, к Комсомольской площади, к трем вокзалам.
по Краснопрудной улице. Вот то, что я когда-нибудь пройду туда. Давайте посмотрим, да, вот. Давайте посмотрим на карте. Мне очень нравятся такие карты. Красносельская. Первая линия. Вот она на карте. Следующие Сокольники. В одну сторону дальше. И ближе Комсомольская. Три вокзала. Я куда-нибудь проеду. И линия, в том числе и, ну, не все, хотя бы частично, но проеду обязательно. А где моя Селигерская? Вот она, Селигерская. Вот оттуда я приехал. Моя линия 10. Да. Тут окна сделали. Такие карты. И все метро наше. Очень удобно. Молодцы. Давайте посмотрим, что поблизости. Ах, как красивый трамвай. Поехал. Трем вокзалам. Я могу туда проехать. Да, как будешь проехать, прокачусь. Сегодня 23 августа 2020 года. Вот еще один трамвай. Большое движение здесь. Воскресенье. Да, какие здесь дома. Вот, какие здесь дома. Была я здесь раньше. Бываю, но редко. Редко я бываю здесь. Только по делам. Такие здесь дома и дороги. Да, все так хорошо сделано. Да, станция метро Красносельская. Красносельская. Один выход, одна платформа, островная прямая, давняя, открыта одна из первых, 15 мая 1935 года. Открыта эта станция Красносельская. Да, вот так здесь. Сегодня